Кавуни дині, груші та виноград. Сезон на ці фрукти та ягоди вже настав, а разом з ним і випадки отруєнь. Як же вберегтись та зберегти своє здоров'я? Саме з цим питанням звертаємось до Олександра Волжана, лікаря-дієтолога. Дуже рада бачити вас сьогодні, в нашій студії, пане Олександре. Сезон кавунів, така найсмачніша ягода, яка є, і у нас в Україні її дуже багато. Всі хочуть скуштувати, всі хочуть наїстися в сезон кавунів. Ні, бо їх, якщо консервуєш, вони зовсім інші, не такі заморозити, теж не вдається, отримавши такий ж самий смак. Тому звісно ж люди зараз запасаються кавунами, і е, хочеться дізнатися, як же вони повинні виглядати ті справжні кавуни, які не отруєні чи можна за зовнішнім виглядом дізнатися і зрозуміти, що саме в цьому кавуні більше нітратів ніж може бути. Ну, во-первых, хочу сказать, что арбуз – это самая крупная ягода, самая популярная. Как раз ее сейчас сезон. Э -э вот, значит, 3 числа э августа отмечался День арбуза, Всемирный день арбуза, во всем мире отмечали. Э -э сам арбуз э -э пришел к нам из Южной Африки. Э -э он был совершенно не похож на теперешний арбуз. Это была небольшого Ой. размера, да, небольшого размера ягода и не ярко красного. Цвет арбуза зависит от содержания в нем лекопина, такого вещества, которое дает окрас. Вот. чем больше угу. его это, значит, тем он более ярче. А, до речі, я бачу в магазинах зараз в жовті жовте, э, і такі різні зеленкуваті трошки. Дивишся, Єсть, не розумієш. Да, і В основному сейчас є три види таких: значить, ярко красний жовтий і та самое бледно, такий розовий. Ну, три цвета таких є. Селекціонери вивели уже более 120 сортов арбуза. Это не только размер а квадратный, круглый, там да. еще, а есть, есть и длинные. Да, есть и квадратные. Да. И квадратные. Да, да, давно уже японцы сделали, да. Ой, и есть нет. уже такое. Так что есть разновидность большая. <с> ну, а теперь по теме: значит, о чем говорим? Что бывает, чем он вреден, может быть, арбуз? Во-первых. О пользе можно позже говорить, но о чем как бы в обреде... Спочатку, да. Во-первых, да, во uh -huh. его нужно кушать в сезон. Самое главное в сезон, это где-то август, сентябрь. Вот зараз, это да, уже сезон. Да, да август, сентябрь месяц. До этого на прилавках его много. Его даже сейчас практически круглый год есть. Я видел на рынках, что и под Новый год продается, и откуда угодно. Ее uh -huh. Его привозят с Африки, там, из других стран, но ну, привозят. Вот. Но в принципе у нас произрастает, тот, который в наши местные, так сказать, арбуз. У нас их в основном на территории Украины два вида, там, ну, обычно две территории больших. Это Мелитопольский и Херсонский. Uh -huh. вот. В России там Астраханский, ну, в общем, есть там разные бахчевые. Вот. но это самое. И и самое главное, что э, до этого они вроде бы созревшие, красивые все, но э, не период их созревания, не время их, и поэтому для того, чтобы они имели красивый вид, большие размеры, э, значит применяются удобрения, которые, значит, при при попадании удобрения, которые при попадании в организм э, преобразуются в нитраты. Вот, ну, в принципе, пугаться не надо этого слова, нитраты, в принципе, содержатся во всех растениях, но в определенной мере. Они могут быть и будут, только угу. есть, ну, каждому, ну, овощу или там каждому свои, свои нормы, сколько содержать. Это не, не совсем страшный продукт, просто зависит от количества, угу. чтобы и, и, и потом, значит, ну… Как пользоваться этим продуктом, тоже известно. Там, где их содержится больше, накапливается... Можно, мы уже об этом говорили. Так, об огурцах, можно замочить в воде в да, холодной, ну, так, потом вылить. Да, 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 да. Срезать это... ножки, плодоножки. там, все А, там, яхушки, а да. кавун, если это ковун, то его же едят да. так. Если это арбуз, значит, и он... Такое случилось с ним, что он, значит, нитрата в нем много. Его э, есть некоторые способы легко определить ну, самому человеку, который э, ну, по, хочет по, этот, использовать этот продукт. Есть один из способов: просто нужно взять мякоть и небольшой кусочек, поместить ее э, в воду обычную воду, угу. ну, обычной температуры. Просто холодная. Да, вода. да. Угу. И если э, вода э, начинает окрас, ну, после выемки его с, с этого сакана, поменялся окрас, он стал ярко красным или там, ну, цвет меняется ярким, угу. насыщенным. Значит, там обязательно много нитратов. То так. есть при нитратах цвет меняется. А, виходить, а если, а если сик не фарбует воду? Да. Сик а если сок, это нормально? Не фарбует. Она, она просто станет мутной. А, ну, да, бути, она полная мутная. мутноватая и мутна, все. Да. И, а лишь сик туда туди потрапил, да, то ну, то мы должны понимать, что там да, сик Uh -huh. Сок или мякоть, что какого-то, хоть накапать, хоть мякоть положить. Если она окрасилась в красный цвет, ну значит понятно, это там не много. Uh -huh. если, это если не имеется приборов. Ну так, алюминия. А на не ходят с при разрезе этого арбуза, значит, э, могут быть такие прожилки желтого такого цвета, желтого, оранжевого цвета. Это не естественно. Арбуз должен быть однородного цвета. Если угу. он ярко-красный, ярко, если он такого-такого, ну не может быть такого, что он там посредине или там такие пятна, разрезы, потом пустоты. Это вот все неправильно. Угу. Потом, э, ну там спелость. Так, а как же тогда выходит, вот рожевые они очень часто вот такие разрезаешь, и у них есть такие, как знаете, как будто прожилки. В червоных такого нема потому что не видно. Нет. Так так... Да, нитраты. Это, вот, ну, обычно так описано и рассказано и доказано, что тех вот, ну, такие угу. симптомы есть. Плюс еще, если арбуз взять с этой самой, если он легко про продавливается ногтем или чем-нибудь, ну вот, да, если пальцем берешь и ногтиком угу. прокалываешь, если он прокалывается легко, это значит с нитратами он обязательно, сто процентов. А если он жесткий, ты его на нем хоть рисуй, там рисунок, угу. царапай, значит это нормальный арбуз, он это сам. Шкурка должна быть да, мясной, да, твердой, в кавуна, и он должен быть однородным да. за кожу. Да, и должен, быть, и должен быть, если он правильно выращивался на солнце, на бахче, должно быть обязательно пятно, ну, вот, да, он лежал, пол, да, угу. и оно должно быть такого цвета, да, жел, желтее, коричневато, желто-коричневого цвета, вот такое оно должно быть. Это вот говорит о том, что арбуз настоящий, натуральный, и можно его употреблять. Якщо вже випадки такі сталися, що люди, наприклад, купили собі кавун, ну вони не знають. Ну от хто знає, що там з ним, може він нітратний, може ні, ще поки що не розрізали, чи можна його якось не знаю, помістити, може, в воду, чи що зробити mm -hmm. з ним, щоб чи це вже нічого Нет, не зробили. Ні, ще, ще один принцип такий в арбузі, його коли употребляєш, то люди, ніколи люблять вигризати до самої корочки, до самого зеленого, воно там сочніше, тверже, так, ну плотнеє. Uh -huh -huh. А от іменно вот там збираються нітрати. То есть ага, мякоти меньше, а ближе к даже ближе, вот сколько слой там, чем ближе к шкурке, к зеленым mm -hmm. же твердой, значит, тем больше нитратов. Тоже так надо помнить. Вот из-за чего еще не рекомендуют детям до трех лет есть арбуз не потому, что он аллергенный какой-то, или там какие-то могут вызывать реакции, mm -hmm. а только из-за того, что могут содержать нитраты, содержаться. Mm -hmm. Если взрослый человек с нитратами еще как бы может, Спорается, тогда mm -hmm. а то ребенок, ну, может быть, очень серьезно. Знаю, да. До речі, зараз можна сходити на ринок і да. дізнатися. Лабораторія да, є да, да, да. на кожних ринках і там беруть проби обов'язково. Якщо один примірник у них чи два може бути від всієї партії, то вони вже можуть зрозуміти, що ж то за Так, да, Допускається оно к реалізації або ні. Зараз є прибори, які не терометри, які швидко зміряють. Тобто там стержень і шкала, і все, вставив в продукт, будь-який. Він показує, скільки зробить в ньому. Вот, Якби як екстрени... ці прибори були в кожному. Ну, uh -huh. ну, правильно, uh -huh. но ну, такие приборы существуют, есть и легко можно определить. Uh -huh. А насчет того, что вы говорили, можно ли как его, ее только единственное, что можно, его все-таки потом ну, выбрасывать, если уже купил, принес, а он дорогой. Это, если его законсервировать, ну, грубо говоря, uh -huh. то при кипячении все, нитраты уходят. И так, uh -huh. так, как его заливать будут, это сам нитраты uh -huh. разрушатся. А если солить? Ну, солить... Может быть, посолить они, ну, в принципе, они все равно останутся в этой мякоти, но они разрушатся все равно. Под действием соли, под действием времени, там, месяц приходит засолка, не меньше. Поэтому количество нитратов точно упадет, угу. и, в принципе, может даже и не быть. Ну, я так, думаю, ну, это, бачите, так, как да. выход ну, есть. Ну, Если выпадку. в экстренно, да, так это, что жалко денег, и это, то можно позаботиться, чтобы как-то его не выбросить. Так, переработать. А, только и в таком виде. А заморозить, если? Что... Нет, никто, арбузы никто не морозит никогда. Mm -hmm. Он же содержится на 90%, на 92% сик из, можно из воды. Сик можно забыть. С... Ну, я имею в виду сик и заморозить, нет? Ну, можно все, сок заморозить, а потом использовать для фрешей, для каких-нибудь напитков. Вот, например, в Америке очень популярны вот в данное время напитки с алкоголем и с этим. То есть а делается сок с мякоти, такие... да, в это а, добавляется лайм, добавляется спирт ну, или водка, и получается такой легкий напиток, который по сезону, угу. потому сезон-то не длинный. Ну, я имею в виду, если мы заморозим, то мы да. рыб... Позбавимо этот сик от нитратов. От нет. Все одно будет. Ну да, они же не, не разрушается от температуры. Ну, они только разрешаются от, ну, от, при кипячении, угу. буквально сразу ну выходят они. Так, разумеется. Только краще Лучше тогда выбросить. Тогда уже краще не, не, да. не коррестоваться таким потому, продуктом. Нет, потому что не хочешь себе ущерб, потому как много реакций потом, может быть, сразу, буквально отравление нитратом, это через 1-2 часа есть симптоматика. Головокружение, тошнота, рвота, понос, ну все, буквально, это, буквально через 2 часа уже есть. Это просто страшно. И, и поэтому, а очень да. швидко можно вылекуваться? Ну, ну, сразу то, надо то... обращаться, да, надо промывку делать организму обязательно, тогда можно э, вывести его побыстрее. Какие наискладнейшие выпадки траплялись на вашей практике? Ну, я ж диетолог я ну, диетолог, я я диетолог. ну, я розумію. ну, уже вы зустрічали. я маю на увазі. Ну, от, бывает у практики. людей даже філактичний шок, что люди уже в реанимации, они сознание теряют, Степа. если уже большое количество принял. ну, угу. последствия бывают разные, каждый организм по-разному реагирует, у а, кого-то оно угу. там на второй день или когда-то появится, что у него там боли, ну, кстати, очень часто, при, даже при переедании арбуза, хоть, вроде хороший, угу. все равно может быть разная симптоматика, а, поэтому сколько кого не можно сделать ну, вот за поэтому... один раз. Ну, в общем, чтобы сказать так, сколько полезности в нем. То, например, в 800 граммах арбуза в мякоти угу. вот содержится суточная доза витамина С всего. То есть уже если съел 800 грамм арбуза, можешь никаких там не добавлять яблок, там это или каких то таблеток, угу. у тебя суточная доза уже есть. Ну так поэтому... один кавунчик, так да. разрезал и на семью, великий, да. да, 5 да, килограмм. Да, да, да. Поэтому их лучше кушать в течение дня несколько раз, и ну там по грамм по 300, поэтому ну чтобы суточная норма была там для одного человека, ну там килограмм. Равномерно. Да, угу. не надо переполнять, потому что у... реакции у каждого разного, и там есть ряд заболеваний, при которых вот как вы спрашиваете, ну при чем можно нет. И вот, например, при заболевании почек вроде бы как бы хорошо, если просто заболевание почек, то про какое-то количество промыть можно. Там, угу. А если у человека есть камни уже и размер крупный, то лучше его не принимать в большом. Ну может, можно небольшой. Ну не количество количество принять, Потому дрож... что может сразу камни пойти большие, это может привести к операции потом. Ну резко. Ну, же так, что кого не чистят организм. Они чистят так? правильно, если там находится песок, который на узе Определяется в почках, там это, конечно, это такой, такие частицы выйдут, пойдут mm -hmm. правильно. А если вот там большие уже фрагменты есть, то лучше с осторожностью. Mm -hmm. Потом у кого заболевание кишечное, ну, желудочно-кишечное, там допустим и так у человека это самое расстройство там часто от любого продукта. А если еще арбуз, он это сам создает э, такую среду, что он, ну, легко выводит все э, массы mm -hmm. головы. И поэтому он тоже, ну, не нужно человеку рисковать и напихать. Потом есть у кого боли могут быть я так не понимаю, человек, что колики, боли, это не, не обязательно нитраты. Это просто вот может быть связано с большим количеством приемов мякоти, арбуза. Он uh -huh. же ест много, а Виход потім тому у людей. Так. буває. Ну про калини вже ми сьогодні так. багато вже так. розповіли. Так. Багато людей дізналися. Добре, що є ця інформація. Ми будемо знати, що з ними робити з приводу тих різних продуктів, які з'являються, теж зараз дуже багато кукурудзи смачної. Вона молоденька, вона дуже така якісна, нібито, але і теж може викликати алергію. І взагалі наскільки кукурудзу можна вживати отак часто і багато, от в сезон. но я вам скажу так значит для обычных людей для для здоровых людей у которых нет аллергии нет аллергии на это можно попользоваться в течение всего сезона кукурузой сколько ну, угу. ну не переедать конечно потому что также он на желудок тяжело ну, действует не объедаться нею но в принципе потреблять можно ежедневно независимо от того, есть люди у которых бывает аллергия на на кукурузу да но в основном это на крупы или продукты сделанные из кукурузы. То есть это кукурузная мука, ну, uh -huh. вот кто пользуется там, э, почему? Потому что кукуруза относится только к зерновым. А зерновые, и, и там есть у людей заболевания просто на зерновые продукты. На, может быть, на, на пшено, фу, ну да, на любую, на любое этот самый крупу может быть и uh -huh. аллергия. Э, Во-первых, определить себя, есть ли аллергия или нет, можно в аллергоцентр зайдя, и сделав пробу именно на этот продукт, если человек так подозревает, что у него что-то. А простой способ, если человек... Человек употребил там какое-то количество или попробовал, и ему плохо стало, значит, потому что, ну, он чувствует тоже uh -huh. самая симптоматика отравления, то есть повышенная температура, там дискомфорт кишечника, все такое, там жар, там uh -huh. то, если человек прекращает принимать, вот он понял, догадывается, что это у него из-за кукурузы, например, и буквально он отказывается от нее на 2-3 дня. И угу. у него смотрит: ничего нет, никаких проявлений. Угу. А потом еще раз попробовал, например, у него опять. Значит, ну человеку да. такому просто нельзя. Вообще. Так, ну от бачите, треба теж відчувати свій організм, а винограду зараз теж є дуже да. багато, його ще до осені і е, теж восени і навесні да, і ще ми сезон бачимо, що є так, і з'являються в супермаркетах багато виноградів, але ж ми теж не знаємо наскільки виноград і е, ті різновиди винограду можуть бути бризканими, наприклад, обробленими різними препаратами. Зараз mm, ми да. можемо бачити на винограді навіть як на лід. и, и, и тогда не зразумело чем обработанный он и как же позбутись его может те же можно да конечно виноград? конечно во первых виноград не на, не собирает в себя нитраты, так как арбуз или там что -то такое uh -huh. то есть есть такие овощи которые собирают в себя очень много не мы говорили весной о том что и свекла и огурец там и помидор там вот эти тепличные они очень много ну так же сам арбуз дыня если их удобряют хорошо так поливают изотестами uh -huh. то они накапливают в себе много виноград он же ж растет без полива без залива. А вы можете побрызгать и вот Так вот это то, что сверху побрызано, оно очень легко ликвидируется простым э, просто промыванием. Но ну, можно в теплой воде, можно, угу. можно даже с каким-то мыльным или каким-то раствором, а потом ополаскивание. Ну, то есть это удаляется легко. А вот то, что вы говорили, на лед в Винограде, вот это может свидетельствовать не о том, что его побрызали. То, что побрызали, вы и не увидите. Они знают при продаже, что чем помыть или как его там делать. Э, ну, в принципе, на Винограде а это может быть просто заболевание самого винограда. Угу. На нем есть такой налет. Грибок может да, быть, да? типа так? такого, да, типа грибка. Нібито, да, нібито да, да. да. И поэтому вот с ним борются, и потом, чтобы его не было, опрыскивают угу. его. Угу. И поэтому а он... А еще шкидливейший для организма? Всасываться не будет, как бы, через угу. эту шкурку, но, в принципе, какое-то количество на нем содержаться может. Поэтому обязательно виноград нужно мыть, обязательно. Так, там все треба мыть, и зараз тем больше мы живем в той час, когда неведомо, все невидомо. Даже Як... арбуз, даже арбуз, кстати, его надо тщательно мыть. И потом еще об говорили, то есть такое правило, если он треснутый, не покупайте её. Он организм, почему он опасен? В нем много содержится сахаров и разных это самое, вещей, которые легко инфекцию поберут на себя. И размножается на ней Если тепло, и плюс, э, это самая инфекция, любая, там угу. палочка кишечная или там угу. любое другое, оно легко попадает и там размножается, ну, лучше еще, чем в организме человека. И когда уже человек потребляет, то получает большое количество вот так само, быть, не можно залишать разрезанный кавун вот, на столе. Вот, треба нельзя... только ховать. И не, не нужно покупать треснутые, не нужно покупать разрезанные. Вот смотрите, я разрезал, смотри, какой красивый арбуз. Никто не знает, каким ножом его разрезали, кто его там мыл перед тем угу. разрезанием. Чим він там прикритий, і все. Еще таке правило: арбуз можна, якщо в домашніх условиях, якщо він помитий, розрізаний, ну, куда то ну більшість арбуз буває, угу. 8 кілограмів, ну, так. не сієст сім'я навіть зараз, то їх можна натягнути плівку, поставити в холодильник і они готові, ще в течение двох суток можна потребляти з холодильника. не страшно. Но все добре, все дізналися да -да. про кавуни. Дуже дякую вам, пане Олександре. Що ми тепер вже забезпечені здоров'ям і будемо знати точно, що робити з кавунами, як же правильно визначити якісний продукт. І тоді ми усе літо і аж до осені будемо здоровими. Да. Дякуємо, приходьте ще до нас. Спасибо. Будемо чекати, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.